Всем привет! Сегодня у нас наконец-то пришла долгожданная акция на прокачку навыков дракона. Мы сегодня будем тратить магические камни, качать навыки драконов и будем надеяться, что мы где-то сможем активировать дополнительный навык, который активируется за 4 золотых. В принципе, тянуть резину не буду, смотрите. Вот такая вот акция, да, за 2 зелья мечтаний можно получить один рандомный из айтемов на прокачку скиллов дракона, навыков дракона. Эти зелья можно взять в магазине. Каждому там по випу, я думаю, доступно по-разному. Мне доступно максимум 200. Ну, я на все 200 и закуплюсь. Для того, чтобы снять для вас видео. Мне для вас ничего не жалко. Видите, сразу минус 12 тысяч магических камней. О, боги. Так. Ловим. Что у нас там? Давайте, не будем. О, это сейчас будет долго, да, я так понимаю. Хорошо, давайте поговорим тогда о навыках, пока я тут буду прокликивать. А можно по несколько раз, интересно? О, можно. Так быстрее будет, да? Значит, навыки драконов активируются на всех драконах, да? То есть 4 есть навыка на каждом из драконов. Они рандомные, от зеленого до золотого. По-моему, что от зеленого, если я не ошибаюсь. И также у них, у каждого из навыка есть 50 уровней скиллов. Ну, 50 уровень максимальный. То есть нужно 200 айтемов каждого вида для того, чтобы максимально прокачать все скиллы. И еще есть небольшой шанс о том, что они сфейлятся. И вообще не будет прокачан скилл. То есть он напишет там... Прокачка навыка не успешна, или если я не ошибаюсь, по-моему, не удалась, или не успешно, или типа была неправильная, я не знаю, как там написано, сейчас мы будем качать, посмотрим. И тогда у нас будет исчезнет айтем безвозмездно и навсегда, и ничего не прокачается. Также там есть кнопка сброса, то есть если вы качаете навыки, вам не понравилось, как вы прокачали, или там прокачали зеленые, вы можете их сбросить и в дальнейшем уже качать заново. То есть при сбросе используются магические камни для сброса, и вы просто заново опять начинаете качать. Качает оно, выбирает рандомно. Вы не можете выбрать, хочу вот этот качать или хочу вот этот качать. Также можно зафиксировать один или два навыка, которые будут фиксированы. Это и хорошо, и плохо. Два навыка мало. И, во-первых, если вы зафиксируете два навыка и будете скидывать, то они со временем съедят все ваши айтемы, и у вас будет просто один скилл. Так, по-моему, я уже... А нет, еще. Ну, как странно. А, 249. То есть еще у меня... Видите, как быстренько я наклацал. Я надеюсь, там сильных помех по микрофону не было, когда я клацал. Там надежда у меня есть все-таки. Так, еще три. Три осталось. Два, один. Все. Да, летний план. Идем в навыки. И будем надеяться, что мы что-то вкачаем. Так, значит, 20. Давайте вот с первого. 6. Это вообще фейл на самом деле. Потому что первый дает навыки персонажу. И у меня их всего 6. И также в первом это плюс 100 ПВП мощи, если активировать все 4 навыка. Дальше у меня 36 на драконе лето. Это размещение героя, а также атака Йозе на основного персонажа. 29. Как так могло вообще поделиться? Смотрите, на персонажа то, что нужно, самое основное, 6. А дальше идет 36, 29, 29. Ну, это просто как-то китайский рандом. Давайте будем пробовать. Что мы получили? Ну, мы ни о чем получили. Зеленый. Опять мы его прокачали. Мы его опять прокачали. Круто, еще раз прокачали, и еще раз, то есть вообще ни о чем. Минус урон, прочность, маг защита 0,72%, это... Дальше, мы можем скинуть, использовать 50 магических камней для очистки навыков и вернуть весеннее дерево 5. Также, видите, один раз у нас был или фейл, или же оно нам один на один не возвращает, видите, даже вот так вот. Во, фиолетовый. Интересно, что у нас? Маг защита. Дальше смотрим. Зеленый. Зеленый, что у нас? Атака 0,12%. О, еще зеленое. Что у нас? Уклонение и ОЗ. Ну, опять зеленый, это...
Вот, разумение не удалось. Видите, вот мы и фейлим их. И плюс урон. Давайте я так оставлю здесь, потому что здесь мало их, и я думаю, что я там ничего толкового не накачаю. Так, смотрим, что здесь. Раз. Угу, качаем уровень. Качаем. О, видите, то, что я говорил по названию. Вот, разумение не удалось. Итак, 120 камней выбросили в пропасть. Нам нужны золотые. Что она мне не зеленые дает? Еще и качает их постоянно. Зеленые, зеленые. Сейчас четвертый навык. Если дает... Все, фиолетовый, бессмысленно. Смертоносность мы сбрасываем сразу же. 9 штук вернут. Раз, два. Сколько там? Да, 9. 60 мах камней сбрасываем и заново качаем. Вот, синий. Что у нас синий? Плюс урон. Давайте еще. Как прекрасно, плюс урон. Зачем он мне нужен? Нам нужны золотые навыки. Ну, отлично, он качает. Он даже не дает. О, разменье не удалось. Видите, вот так вот. Вот так вот съедают камушки наши. Ничего, оно того стоит. Тем более, это можно сделать не за донат. То есть вы собираете магические камни, ни на что не тратите лишнее. И потом ждете акцию, раз. Вот опять разменье удалось. Я прям самый везучий человек в мире. Да, все, можно сбрасывать. Зеленые навыки бесполезны. Нам нужны золотые. А оно дает нам. О, как быстро. И опять сбрасываем. И опять точим. Есть. Все, вот золотой. Слабый. Нету дополнительного стата. Но, тем не менее, он золотой. Поэтому мы его по-любому будем блокировать. И он у нас теперь постоянно будет качаться. Да, шучу. Нет, не шутки. Идем. Все равно постоянно качается. Вот зеленый. Вот зеленый мы уже будем сбрасывать. Это уже понятно. Смотрим, что еще у нас. Давайте четвертый навык. Давайте. Бум-бум-бум. Есть четвертый. Ерунда. Все, сбрасываем. 100 магических камней потратили. Ждем. В надежде, что у нас еще будет... Ну, а мы сейчас выкачаем вот этот желтый, я чувствую, до упора. Угу. Дважды разумение подряд не удалось. Заметили? Вот так вот не везет. Что здесь? Крит удар плюс 1,44. В принципе, интересно. Но опять же, у нас цель наша. 4 золотых. О, все, да, мы сейчас вкачаем первый. По полной. На все оставшиеся там 17 или сколько у нас. И не увидим даже второго золотого. Все, сбрасываем. То есть вы только открываются все скиллы, вы сразу же сбрасываете лишние, кроме золотых. Золотые оставляете. И все. Я чувствую, что придется собирать, пока не будет 2,5 золотых, и потом еще 2. Просто заблокировать можно всего лишь 2. Ну, всего 2. Да. Тюх, оп, есть еще один золотой. И этот крутой золотой. Смотрите, смертоносность плюс 200 и плюс урон. Отлично. Теперь сбрасываем. Сбрасываю уже 150. Нам еще 2 бы золотых. Есть! Ну что, крестим пальчики, если сейчас выпадет четвертый золотой навык, мы активируем вот этот вот рикошетный доспех. Это атака и УЗ. Здесь что у нас получится? Маг защита? Неважно. Главное, четвертый золотой и дульки с маком. Согласны? Поэтому опять мы сбрасываем, а третий невозможно заблокировать. Блокируется только... Ну все, надо сбрасывать сразу же, да? Бесполезно. Потому что вот разумение не удалось. Разумение не удалось. А я везучий. Давайте, что у нас еще? Правильно. Сейчас, если будет меньше 2, то уже все. Сбрасываем. О, синий. Сбрасываем.
Вот так. Меньше двух, тогда будем оставлять. Ну, я думаю, что все уже. Размене не удалось. Вот здесь вот на этом мы и закончили. 80 хп. Ну и плюс 8% плюс урона. В принципе, неплохо. Дальше. Так, у меня магические камни есть хоть. Я уже сажал, чувствую все, что было. Было 42, осталось 29. То есть 13 тысяч уже ушло. Но ничего. Качаем, качаем. Все-таки я думаю, что я когда-нибудь их накачаю. Докачаю, и будет все good. Долго, медленно качается. Вот эта анимация. Разумение не удалось. Оп, золотой. Физзащита, неважно. Мы ее блокируем и сбрасываем. Дальше по новой. Ну, мы сейчас физзащиту здесь накачаем. Как хорошо. Отлично. Бесполезно вообще на самом-то деле. Нам нужно не качать, нам нужно открывать новые навыки. То есть оно должно, чем быстрее открывать нам все 4 навыка. Мы видим, там нет золотых, сбросили. И понеслась опять. Разумение не удалось. Вот это вот по-нашему. Вот. И вот захват души. Сбрасываем. И по новой. И по новой, по новой. Ну, там уже 8 уровень, 3000 физической защиты, нормально, уже там больше. Так, смотрим, что там. А, ну, качает первый. Давайте нам навыки. Вот, есть дракон, нет. Не то. Опять не то. И опять мимо. Сбрасываем. На самом деле, у кого будет много камней, там еще можно выроливать статы, то есть определенные из них. То есть там этот вот, например, на атака, прочность, второй стат есть еще, да? И есть тех, у кого есть нормально... О, еще один золотой. Это что? Физзащита плюс 4%. Круто. Мы его оставляем и сбрасываем. И теперь надеемся опять же поймать здесь атака плюс 10, еще два золотых. Конечно, я наивный, я знаю, но тем не менее. Вот, первый не золотой, мы его уже сбрасываем. Заблокировать третий нельзя, поэтому третий мы не ждем два, как бы не открываем два скилла, два навыка. Мы видим первый не золотой, все, значит, сбрасываем. Там нет смысла ждать. Разумение не удалось, качаем первый, постоянно разумение не удалось. Сбрасывать не буду, потому что осталось всего один. Ну вот, что здесь у нас будет? Плюс урон и здесь плюс защита. Ну, в принципе, так, более-менее. Здесь физзащиты 4800, здесь 720, здесь еще 4%, в принципе, неплохо. Но, опять-таки, 2 золотых, здесь 2 золотых, здесь дулька с маком, большая причем. Ну, еще здесь 29, сейчас будем смотреть, пробовать поймать золотые, опять же, я в предвкушении, они будут. Да, 4 золотых я должен где-то поймать. Так, здесь на ОЗ, на криты плюс урон, и здесь что у нас? То же самое ОЗ. Все, нет золотых, сбрасываем. И опять ловим. Зеленый. Зеленый. Открывайте нам новые. Синий. А здесь что у нас? Уклонение. Магзащита. Так, нам нужны новые, новые, новые. Сколько? 15 тысяч выбросил. Так, знаете, как будто в пропасть. Здесь что у нас? Атака. Не 15, тут не, кстати, практически 15 тысяч магических камней ушло. Вот сейчас опять мы сбросим. Смотрим, что нам даст. Нам нужны золотые. Повышение. Вот кровожадный. И вот кровожадный. Плюс урон. Опять-таки мы сбрасываем. И опять надежда умирает последней. О том, что у нас будет... Золотой навык. 4. 4. Максимум мы сколько ловили? 3 золотых навыка, да? И это было реально тяжело. Реально тяжело. Оп! Есть золотой. И плюс это еще в экзо-слот, да? То есть навык дает бонус экзо-герою. Парирование. Плюс 3% и хп. Это вообще круто. На самом деле это реально круто. Мы его сбрасываем.
Вот разумение 10 есть, кстати, может пробовать по разумению 10? Без разницы. Ага, ну вот так вот, да? Ага. Ну, не, мне так не нравится, честно говоря. Давайте сбрасывать. Давайте сбросим. И будем опять же по одному смотреть, что у нас здесь получается. Ну что ж, высокий, нам надо... Есть! Что маг защита, это опять же экзослот, и мы ловим маг защиту плюс 4%. Это реально круто. Реально круто. Что у нас здесь? Может быть ХП плюс 10%. Ну давайте будем надеяться, что мы все-таки все сразу же обнуляем. Нужен золотой. Ой, разумение не удалось. Так, а что у нас? Вот смотрите, я вам покажу. А, есть блокировка? А, превышен лимит блокировки. Видите, вот всего два. Да, два можно заблокировать. Ну, ничего. А, зачем я точу, кстати? Если мне нужно уже сбрасывать было. А первый скилл нам, если не золотой, то все. Вот. Минус урон. Ребята, надежда. Надежда есть. Сейчас вот один золотой навык отделяет меня от плюс 10% ХП. Давайте посмотрим. Ждем. И... дулька с маком, ну как обычно. Ничего, ничего, мы не сдаемся. Опять разумение не удалось. Камни наши летят. А что там в щитах? Минус урон, парирование, круто. Но, ой, зачем это я? Разумение опять не удалось. Сбрасываем. И опять сбрасываем. Ну, давайте как быстренько мы точим. Точим, точим, точим. Что у нас здесь уже? Здесь у нас уже 50 тысяч хп и 6,7% парирования, да? Так, точим, точим, точим. Что мы получаем? Так, а получаем мы немного. Нету, нету золотых навыков. Опять, опять, опять не то. Ничего, я не жадничаю. Магические камни. Я насобираю. Я в день примерно 400-500 магических камней собираю. Ну, поэтому до Хэллоуина, до следующего хорошего какого-нибудь мероприятия, да, как ближайший, я считаю, Хэллоуин у нас будет с акциями, то я думаю, к Хэллоуину я насобираю немножко магических камней, там нужно хотя бы 1020 будет насобирать. Есть! Итак, опять, давайте не томить. Давайте, не томить, еще четвертый навык золотой нужен. Не томить. Ребята, да, есть. О-о-о-о! Тупо, это, ну я не знаю, это реально нереальная халява. Я активировал латы льда. На экзогерое я активировал себе 4 золотых навыка. Это просто капец какая халява. Ну это нереально. Либо же нужно просто влить тучу денег на то, чтобы собрать эти айтемы и вам прохалявило. Или же просто быть, ну я не знаю, ну и еще 1,4% ХП. То есть мы поймали здесь ХП, парирование в процентном соотношении, здесь маг защита в процентном соотношении, минус урон так себе, но на экзослот пойдет. И здесь ХП в 1,4%. Это просто нереально круто, ребят. Мы вот активировали вот первый навык дракона. Все, крутяк. Дальше мы просто дотачиваем, ну это шик, шикардос, на самом деле это просто шикардос. Все, мы доточили, то есть у нас результат 12-10-1-1, экзослот я уже трогать не буду, пока уже там, не знаю, пока не все вточу на 50, и тогда уже может быть я начну там что-то делать. Итог какой? На персонажа мы получили вообще ерунду, потому что у нас всего было 6 айтемов, да, вот, и в итоге у нас вышло вот 720 маг защиты, 0.12 атака, уклонение 0.48 и хп 3600, и крит 36 и плюс урон 0.96, вообще ерунда. Дальше на размещение мы получили хп 86 тысяч, смертоносность 324 и плюс урон 8.6%, и крит удар, атака вот по мелочам. Это то, что на размещение у нас даже прокнуло было один еще плюс золотой, но
к сожалению, не прошло. Дальше смотрим на эндослот. У нас физзащита и физзащита в процентах, да. Дальше у нас прочность и минус урон, ну, как бы ерунда, и физзащита тоже, ну, как бы, что осталось, тоже у нас здесь был еще третий золотой, четвертый мы не выловили. А вот здесь, вот на экзослоте, мы выловили четвертый золотой навык. И это реально круто. В итоге мы получили. И еще мы получили для экзослота реально крутые навыки. Мы получили ХП, парирование. Дальше мы получили макс защиту 10%. Мы получили минус урон, единственный навык, который спорный. Но, в принципе, я бы его тоже оставил. И ХП плюс 1,4%. Это первый уровень, дальше они будут качать. Также мы получили льдатый льда. И это еще плюс 10% ХП. Реально круто, я доволен, честно. Ребят, это было круто. Всем советую, покупайте. У кого есть деньги в запасе магические камни, берите. Я вот еще думаю, что еще возьму. Завтра на 12 тысяч, да, сколько у меня мой обычных камней? Вот 13 тысяч обычных камней, я думаю, что я их всех завтра же и потрачу. Поэтому это без доната, возможно, акция сейчас такая, которая дает вам возможность сделать это без доната. И, в принципе, это за это спасибо разработчикам, они дали эту возможность. Дорого, но это допустимо. Всем спасибо, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь. До встречи!